Итак, мы включаемся. Прошло всего лишь 20 секунд игры команд группы С, Pass Team, в Темный и Новомосковск. Противостояние в формате Беларусь-Украина. Новомосковск в оранжевых майках. Номер 8. Александр Шашков. Номер 35 Андрей Кобец. Номер 9 Михаил Волчанов. И Владислав Лысенко. Номер 14. И команда Pass Team, которая в первом матче проиграла. Команде Смоки Минск это Асаевич Богуслав, Бондарь Евгений, Левенков Владислав и Буката Данил. Кобец. Это Влад Лисаненко сейчас из-под кольца набрал очко. На что Левенков пытался ответить дальним броском. И Фалит под кольцом, потому что большое преимущество. Лисаненко. Влада. Пока 2-0 впереди команды с Украины. Шашков. В лицевую. Показ. Финт и завершение. Очень красиво. И сразу же 2. Сразу же 2 от Буката. И 3-2. Данил. Потеря, нет, не потеря, 2. Одна успевает Асаевич выбросить, но совсем мимо кольца. Сразу же занял место под кольцом. Лысаненко. Кобец. Волчанов и фол в нападении. Большой привет Станиславу. Стас Светлицкий, большое спасибо за корректировку. Все, теперь разобрались. Стас, большое спасибо. Владислав Лысаненко. И Андрей Кобец. 5-2 Новомосковск впереди. Шашков вышел. Вместо как раз Лысаненко. И потеря при... попытки комбинации задняя дверь у Pass Team и новое владение Новомосковска. Кобец заказывает комбинацию, видимо, голова. Здесь передача на Волчанова, Шашков. На Волчанова, Миша дальний, не забивает. Но подбор здесь со Шашковым, который делает финт на передачу, но сам подбирает, не забивает. Еще раз Буката, 2, нет. Волчанов. Кобец на Шашкова. И Саша забивает 6-е очко Новомосковска, увеличивая преимущество. И с фолом. Волчанов фолит. И ставит Асаевича на линию штрафных.
Всем большой привет от Стаса Светлицкого из Дубая. Буката на Левенкова. 1.5 секунды на владение. Кобит снова показывает голову. Лысаненко на Шашкова. Обратно на Лысаненко. И Влад теряет мяч. Буката. На Асаевича. На Левенкова. И Левенков. Нет. Все-таки не успевает Влад выпустить мяч до сирены. Волчанов. На ковца Андрей. Мажет. Попадает под горшок. Асаевич и фалят на нем. Фалит Миша. Это уже 5-й командой для Новомосковска. Единственный такой негативный момент для них, потому что пока за сыгранных 4-15, 7-3, всего 3 пропущенных очка, 4 преимущества. И здесь попытка из-под кольца неудачная. Левенков. Буката. На Асаевича. Асаевич из-под кольца. Фол. Не забивает. Ой, браво, 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 Андрей. Какая пауза. Шашков дернул вправо, влево. Оказался один под кольцом. Моментальная передача, завершение. Легкое из-под кольца. И снова разница в 4. 8-4 здесь. Волчанов зарабатывает на себе фол и будет исполнять штрафной. Браво. Поднял руки Лысаненко и перехватил мяч, адресующийся игроку Пастим. Кобец навязывает борьбу за мяч. И мяч уходит от Андрея, по-моему, да, владение Пастим. Так, Буката на точке. Шашков защищался от Левенкова. Ох-ох-ох, кобец. Кобец, какая защита. Спорный, фактически вырванный мяч. Снова голова. Лысаненко, кобец. Андрей, браво, браво, но из-под кольца Лысаненко не забил с первого раза, но с третьего получается. 10-4, уверенное, уверенное преимущество Новомосковска. 10-4. Браво, передача наверх, потом внутрь, снова наверх на Шашкова. Саша дальний мимо. Ой, хо-хох, ох-хо-хох, браво, Александр. 11-4, Буката. Ошибается при передаче. Кобец. Дальний с 45. Нет. Буката через руку. Сложный бросок. Лысаненко 2. Нет. Борьба за подбор, за пастим. Буката.
бросает еще двушку, не забивает. Шашков. И тайм-аут. Двенадцать-четыре. Серьезное преимущество украинской команды. Шашков на Волчанова. Миша под кольцо. Очень четко. И 13-4. На что сразу же дальним отвечает Асаевич. Богослав. 13-6. Шашков через руку. Совсем нет. Левенков 2. Нет. Гомес решает прервать уже этот конкурс двухочковых. И заставляет фактически свою команду забить из-под кольца. Волчанов Миша это делает. Волчанов. Нет. Кобец. Команда очень эгоистична снова. Из-под кольца Лосаненко забивает. 15 очко своей команды. Еще одна двушка от Богислава Саевича. Кобец из-под кольца. Реверс. 16-8. 2 очка от Буката. Пошла перестрелочка. 16-10, полторы играть. Саша Шашков забивает еще один. Дальний, 18-10. Получает предупреждение, наверное, Асаевич. Да, надо брать мяч. Это тоже задержка игры. Шашков опять один. Нет. В итоге бросает Лысаненко. Не попадает. Шашков из-под кольца после передачи Лисаненко. 19-10. Да,
Сейчас сам игрок, забивший команды, хотел дать передачу. И за это уже было второе действие после забитого. И, соответственно, технарь. Кобец на победу нет. Левенков 2. Нет. Асаевич забивает из-под кольца. 20-12. Кобец на 22. Там Андрей ставит точку в этом матче. Пастим занимает третье место в своей группе. Спасибо парням за игру, за борьбу. Заканчивают они выступление на этом турнире. Ну а Новомосковск будет выяснять Смоки Минск 3-3, кто с какого места выйдет в плей-офф.